канун светлого праздника Пасхи на территории Свято-Воскресенского собора прошла традиционная выставка-ярмарка художественных изделий, изготовленных руками молодых инвалидов. Люди с ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения Московского района города в очередной раз представили свои работы, в каждой из которых чувствовалась душа и тепло автора. На этой выставке-ярмарке представлены работы трех отделений дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения Московского района города Брест. Эти работы пользуются большим спросом, они выполнены довольно качественно, и люди, которые приходят в храм осветить свои пасхальные дары, они с удовольствием приобретают сувенирную продукцию, изготовленную руками молодых людей, посещающих отделение дневного пребывания для инвалидов. Деревья из разноцветного бисера, мягкие игрушки, сшитые из лоскутков ткани, пасхальные открытки в технике декупаж. Огромное разнообразие продуктов творчества позволило найти прихожанам сувенир на любой вкус и кошелек. К примеру, Татьяна не смогла пройти мимо игрушки ангела, одного из символов Пасхи. Этот сувенир женщина подарит своей внучке, которая по причине болезни не смогла пойти в церковь осветить пасхальные дары. Не получилось взять ее с собой, вот я принесу ей такой прекрасный ангел. Будет для нее подарком, и мне будет приятно, и плюс ко всему оказать помощь деткам-инвалидам. Все-таки они работали своими ручками, все это делали, и зарабатывают на этом денежки для своей жизни, для своего бытия. Каждый купленный сувенир – это не просто проданная вещь. Это своеобразный пасхальный подарок, к созданию которого причастен каждый прихожанин, не прошедший мимо того или иного изделия. Ведь средства, вырученные на ярмарке, пойдут на организацию поездок и экскурсий для участников пасхального вернисажа, а также на материалы для изготовления сувенирной продукции.